Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Chrome Mini Pro. Подчеркиваю слово Pro, потому что потом объясню. Сравним со старой и новой машинкой по комплектации и по характеристикам. Так, по комплектации. Упакованы вот в такой коробке. Эту отложим пока здесь. В комплекте идет сопроводительная документация. Даже в брошюрке вы сами можете видеть, чем отличие. Чуть позже я все объясню. Есть на русском языке. Так, сам док, зарядка выглядит вот таким образом. Щеточка для чистки ножевого блока и масло. Не хочет вылазить. Так, вот таким образом он выглядит. Насадка. Насадка регулируется 5 щелчков, каждый щелчок 0,5 мм. Регулируется от 3 до 6 мм. Раз, два, три, четыре, пять. Все. И сам провод, который заряжается. Кстати, кто не знает, к машинке напрямую не подключается, только через док. Подключается вот таким образом. Вот здесь поворачиваем. И вот таким образом. Отличие в чем заключается новая и старая машинка. У новой машинки написано Pro, это означает, что у нее литий-ионный аккумулятор. Старая машинка, например, заряжается 16 часов и работает 100 минут, а новая машинка всего лишь заряжается 120 минут и работает до 100 минут. Кто работает на потоке, тот человек поймет. А также в чем еще изменения? В базе. Вот старая база выглядит вот таким образом, вот новая база выглядит вот таким образом. А также немаловажные изменения заключаются в кисточке. Вот новая кисточка, вот старая кисточка. Так что, смотрите. Визуально они одинаковые, но по начинке они разные. Вот так вот. У машинки роторный двигатель, 12 Вт мощности, 5350 оборотов в минуту. У машинки Chrome Mini Pro аккумулятор никель-металл-гидрид. Работает он до 100 минут, заряжается 120 минут. А также есть на поверхности индикатор зарядки. У машинки ликосемный ножевой блок. Высота среза составляет 0,4 мм. Ширина ножевого блока составляет 32 мм. Корпус машинки сделан из ударопрочного пластика. Вес машинки составляет всего лишь 132 грамма. Насчет эксплуатации. Я регулярно чищу и смазываю ножевой блок. Как вы знаете, чем часто вы будете ухаживать и смотреть за машинкой, тем дольше он будет вам служить. А также за 2,5 года я всего лишь 2 раза менял редукторное масло, потому что я его использую для домашнего использования. Если что-то непонятно, оставляем комментарий под видео. А также, если вы хотите приобрести машинку, переходим по ссылке ВКонтакте. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем удачи, всем спасибо.